Отмычечка! Так, ну чё, по заданию? Иди сюда. О, да. Да, по заданию теперь будем бегать. По заданию. Кстати, там еще где-то был груз. Угу, можно там, забрать. Там, где нас убили. Ну мы же теперь крутые, мы же знаем. Мы же, мы да, мы теперь знаем, как с ними бороться. Я могу бомбочки только кинуть. Только вот тут их как бы два. Я могу бомбочки кинуть, отвлечь их, а ты попробуешь без палева взломать. Давай попробуем. Да я сейчас, по-моему, здоровяка уже почти убил. Вот да, я убил здоровяка. Здесь иконка. Слышь, иди сюда. В смысле иконка? Ну, это статуэтка. А, я здоровяка одного убил. Давай. Ой-ой-ой. Не, очень нехорошо ко мне повернулся. Все, минус 2 здоровяка. На ему, с плеча. Яд просто офигенен, кстати, я тебе скажу. Ну, у меня пламя. О, этот, ток. Ток. Интересно, тебя будет косы? Ау, сволочь, ау! Не, не коцает. Меня коцануло. Ну, чуть-чуть. На. А чё я тебя вылечить не могу? Я не могу с тобой ничего сделать. Я с тобой ничего не могу сделать! Какая радость! Так хотелось тебя чаем напоить. Аналогично, дружу, но нельзя тебя чаем напоить, да. Ты видел сейчас смешной прикол, ты, короче, взял так на него, запрыгнул. О, давай им попробуем помочь. Не, я понимаю всю тупость происходящего с моей стороны. Так, надо плевак убить. Минус плевака. Сейчас минус второй будет. Нет, пошел ты. Нет, он меня убил, быстрее назад беги, быстрее назад. Все, я его убил. Красавец, назад, быстрее поднимай меня. Я просто плевак на себя отвлекал. А, блин. Где ты? А. Сам перед тобой лежу, не представляешь. Зашибись, она мою награду забила до смерти. У тебя тоже? Да, ничего нету. Ну вот здесь она чувака забила. Угу, профукали. Прокакали. Ну, доберитесь ладно. До искры укрытия. Воу! Ни хрена себе, я даже пел. А вообще как? Че вообще это было? Окей. Пошла ты. И ты пошел. Давай. Я. А вот могу. Слава богу. Я. А вот могу. До искорененного укрытия доберитесь, короче. Безопасная зона разблокирована. Фига ты там уже, блин. Ты меня хоть подожди. Шустрая. Поднимайся, я думал, ты уж наверху. Нет, я заглючил и застрял здесь. Так, а я вот не понял, куда дальше. А. Подожди. Я сейчас пока буду показывать. Хороший, ой. Спокойный. Yeah, that's me. Блин. Ну, спасибо. Ну, ты где? Там же так легко. Да тут чувак сидит. Он ничего не это... Сам. Вот я и говорю, ну я-то его не успел увидеть. Он, так меня, он диалог, тут сидит. Даже, он тут диалог сидит. У меня даже не получился с ним. Так, стоп, а где у меня? Кошка? Вон, иди сюда. А у меня кошка не работает. Понимаешь, что это или нет? Это... Перезарядка? Нет, просто не работает. Ты же в зоне находишься. А, мы в зоне, да. Вот он сидит. Он просто сказал, этот, Крейн, это ты, и все. Крейн! It's a pleasure, mate. I'm Savvy. Need anything technical? I'm your man. I've almost rigged a way to break through the comm jamming. Come on, say hello to Troy. Hey, I'm Kyle Crane. It's good to finally put a face with the voice. You're looking for Jade Aldemir, aren't you? Yeah. Have you seen her? I mean, you know where she is? Jade, this is Troy. Do you copy? Go ahead, Troy. Jade,
Hey, it's Crane. Now, I know you're headed for Dr. Camden, but his clinic's surrounded by zombies and Rice's thugs, so just let me come and help you. Crane, stay away from me. I hear your voice, and all I can see is my brother. Please, just hear me out, okay? Look, the thing is, the GRE hired me, all right? I was supposed to find out where Rice sent this classified file, but that doesn't matter anymore because the Ministry contacted me. Jade, they were going to firebomb the city, but I talked them into waiting because they want that research that you're carrying. Now, we need to figure out some way to let them know that we've got it. Bastard. Bastard. Jade? You bastard! Jade! Damn it. Crane, the last time I spoke to her, she was at the university. It's due east from here. If what you just said is even a little bit true, you have to find her. Короче, если то, что мы сейчас натрындили, хотя бы отчасти правда, то мы обязаны ее найти. Попадалово вообще полное. Умник. Че? Вот умник! Ты че думал, я тебя что ли назвал? Rice brought some of his shock squads to Old Town. They've only been here for a few weeks, but they're doing a lot of damage. They're launching raids and terrorizing survivors at every opportunity. It seems Rice officially ordered them to be as brutal as possible. Yeah, he likes people to know he's in town. They're well fortified. In addition to their headquarters, they're using two staging grounds to gather supplies. I'm told they've amassed quite a haul. I could use some supplies. Ah, you'd be doing us all a very big favor. Where are the outposts? One's in an office building, and the other is in the radio station. Maybe I'll pay him a visit. Так. Может быть. Куда ты денешься? 10 тысяч награды, ну давай попробуем. Ну, в принципе, это надо. Правда, трудно. Фастом. Фастом. Ну там еще много чего есть. Джиро! Ладно, не буду. Not this again! У тебя то же самое? Кто с нами за... Я только хотел прыгнуть, короче, только спрыгнул, и у меня эта фигня началась. А прикинь, я бы на тросе это у меня началось. О, давай поговорим с мужиком. Are you Crane? Because you look like him. Yeah, I'm Crane. Hey, what are you doing here? Are you all alone? My dad passed away a couple of days ago, but he taught me how to survive. Listen, mister. Dad left a stash for Crane. If you really are him, and you can prove it, I'll give it to you. Okay, well, how can I prove I am who I say I am? Go outside and show me how quick you are. My dad said the real Crane was faster than anybody. So try to be real quick, mister. Can anyone hear me? This is the Wood. I'm with a small child. We need help. They bit me. I'm turning. Тупой дебил. We're in an apartment building opposite the abandoned construction site in the corner district. I'm begging you, help my son. Походу побегаем мы с тобой, чувак, потом. А что, нельзя, что ли? Придется Давуду сейчас спасать, точнее его сына от него. От него? Ну этот придурок же заразился, блин. А, я могу продать на... На-н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 а. Так, а где здесь? А, вот сумка. Буду бегать страшно. Страшно смешно для тебя. Да ну, не. Так же круче. Охотник за головами. О, я думал, ночь уже. Ладно, чтобы мы все-таки отличались, буду бегать вот в этом. А это что такое? Я такого не видел. Так, где он? Он сказал, где он. Чувак, слышь? Да, нам туда. Где Давуд? А, я не знаю, он сказал в какой-то башне. Точно в башне? Ну, он сказал в башне. Ну, тут так, как бы не одна башня. Раз, два, три, четыре. Где четыре? О, там замок. Да, там еще замок. Блин, реально напоминает Ассасина, вот. Прям вообще. Угу. И тематика, кстати, похожа. Города примерно те же, вот как в первом Ассасине были.
Ладно, ну, да. Джеронимо, мать его! Так, зона. Отчуждение, зона. Грейн? Трой here. Copy. What is it, Troy? Savvy has an idea how to break through the radio jamming and contact the outside world. He'll be working on that while you're busy looking for Jade. That's fantastic. Спасай, чувак. Let's hope he's onto something. I'll be in touch. And if I may make a suggestion, avoid the infected if you can, okay? They've always been dangerous. But now they're mutating into something even more deadly. В общем, что-то мутанты мутируют и мутируют, и, в общем, у нас проблема. Как мне кажется. Mm-hmm. Давай наверх, тут зона. А, давай зону, а я попробую груз забрать. А ты не в курсе, что у меня груз потом исчезнет? Оу! Оу, я его даже не заметил, кстати. Ладно, давай я открою, а ты ударишь. Прикинь, там сейчас взрывающийся. Нет. Не взрывающийся. Крутить пробки. И сделать... Крутить дезу. И закрыть шкаф, все. Да. Ну, примерно то же самое, что ты сделал тогда. То же самое. 2000 получили. Круто. Только еще после всего этого из шкафа вылез взрывающийся тип, и я был в тупике. Так, груз, говоришь, да? Да, пойдем. О, вдыхнем черного дыма. Смотри, что я сейчас сделаю. Сейчас я нам чуть-чуть расчищу путь. А я сделал вот так вот. А, ну почему он не взорвался, скажите мне, пожалуйста. Кто? Толстый. Убежал. Так, прикроешь? Понятно. Меня обходили. Ты меня прикроешь? Давай. Ой, по тебе. Думал, ты. Такой, зомби! Чувак, ну... Он ударил, что ли, успел? Да. Да ладно. Капец. Фейл. Проспект. На самом деле можно, конечно, каждый раз нажимать Escape и сохранять отмычки, но это не true. Ладно, давай попробуем взломать полицейскую машину. Где? Тут. Где он только что пролетел? Ты все хочешь посмотреть на истребитель? Да. Не ори. Не ори на меня! Не ори на меня, я обиделась. Так. Я обиделась, больше никогда не ори на меня. Чувак, хорош! Да пошла ты. Слушай, я реально не могу найти. Слушай, давай ты попробуешь. Давай. Я тебя пока поприкрываю. К нам тем более дама ломится. Блин, мачете мне не просто нравится, он прям идеален вообще. Труп, что ли, обыскать? Еще пока труп. Хм. Тоже не получается. Все, нашел. Где она хоть была-то?
Почти у центра. Вот я так и подумал, что он где-то там, пытался найти ее, но... Блин, микронная вообще. Да-да-да-да-да. Все, попал. Оу. Мачете исключительный курки. Рабочий топорик. У меня, красивый. У меня мачете курки, или как она там называется? Мачете курки? Кукри. Кукри. Курки. Ку-ку. Ку-кукри. Ладно, так. Вот мне нравится, что вот здесь стало больше проходных таких. То есть не просто дом стоит и все, а вот именно проходы, проходы, проходы. Поздняковая дама. Да. О, тут что-то синее. Тут что-то синее. О, тут бульдог! Где? А, ну да. Я взломал. Красавец еще. Опа. И чё? Военный мачете! О, какой он красавец. Я тебе потом покажу этот военный мачете, тебе понравится, я думаю. Так, ну давай на рыжую точку перемещаемся, я думаю. О, фак. Пошла ты. Орёт. Ходит. Не придумали еще того человека, который орать на меня может. Я могу. Да ты так. Максимум так, подкрикнуть. Ой, да ладно. Вот, ты это видел? Нет, а, груз. Cargo. И там эти придурки, кстати. А у меня патронов нема. У меня зато ма. У меня как бы есть на пистолете. И 9 патронов. Раз, два. Поверь мне, у меня очень много патронов. Где кто стреляет, не вижу. Уже, видимо, никто. Все? Ладно, иду открывать, а ты прикрывай. Ай-яй-яй. Как успехи? Почти. Но мне нужна твоя помощь в прикрытии, на всякий случай. И вот... Да блин! Твою! Да там стреляли. Так, все, ладно. Открыл. Да. Можешь спускаться. Кстати, там какой-то список появился красный. Может, сгоняем? Мы хоть и обещали, ребят, миссии каждую следующую, вторую миссию, но мы пока изучаем. Второстепенки. Мы пока изучаем. Город. О, я чуть вниз не упал. Я посмотрел. Походу он в этой башне, слышишь? Походу нам на кран. Ой, на это. На какой-то тут проходик, типа. Не, вот здесь вот есть еще проход. А. Какой офигенный проход ты нашел! Сквозной! Так, ну на самом деле я нашел тут место, действительно есть. Сейчас мы посмотрим. Нам куда-то еще ниже. Где ты там нашел? А я пытаюсь понять, как вниз пройти. Как вниз пройти? Чувак. Может, снизу надо заходить, нет? А, я, кажется, понял. Здесь люди Крейна. Ой, Райса, точнее. Круто. Я вход нашел. Я прямо жопой на эту. Я тоже на колючку. На колючку. Поколючился. Блин, опять я подобрал винтовку вместе с трупом. Винтовка с трупом. Тут статуэтка, опять ты ничего не подбираешь. Ну я не использую почти Q. Где она? Вижу. Я Q почти не использую, понимаешь? Ну и зря. Ну ты мне на что? Это случайно не зона, потому что, смотри, спальная кровать. Нет, это, скорее всего, будет зоной, но вот тут лифт еще есть. Проникните в офис. Проникните в офис. А может, он в этой башне? Ну, мало ли. Или мы проникнуть. Что-то, или мы что-то раньше делаем. Сириус... Тьфу ты, Сириус Сэм, этот... Сэм Фишер. Что-то я, кстати, ни в одного из них вообще не попал. Так, у меня патронов нету вообще. Подхилимся? Беру. Подхилимся? Так, есть. Хилимся? Да, хилимся. Я не могу тебя хильнуть. Я себя сам подхилю.
Так, только давай не стреляйте по одним и тем же тогда. Так, я нижний этаж защищаю, ты верхний. Я, собственно, его почти зачистил. У меня последние двое осталось. Винтовочка у меня, кстати, стала прям офигенной. Она патронами отстреливает к чертям все и вся. О, слушай, это не последние. Ты где-то внизу? Да, я снизу. У тебя наверху появились еще люди. Сзади, сзади, сзади. Воу-воу-воу-воу-воу, меня положили. Тихо. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Сейчас еще прибегут. Нет, все, 10 тысяч. Да? Круто, мы, считай, избавились. Так, давай подберем все винтовки, которые найдем. Иди сюда, здесь набор при помощи ЧС. Сюда, быстрей. Я не знаю, будет он у тебя? Нет. Каждому свое. Это Google. Да. Тут сундук, я синий вскрою. Синий? Ну, в смысле, обычный, с серыми шмотками, да? Не знаю. Красный сундук и синий индикатор у него. Ну, значит, там что-то лежит внутри полезное. Ну, здесь военные мачете. О, мы, кстати, еще ниже можем спуститься. А ты этот, эту военную мачету, да, находил? Да-да-да. С зубчиками. Угу. Я почему-то подумал, военная китана. Не, мачете. Где, вот, ты говоришь, сундук? Внизу я? А. Сундук. О, что-то еще синее. А, это, наверное, пушка. Точняк, винтовка. О, еще одна винтовка. Все, у меня инвентарь заполнен. Так, нам наверх. Не знаю. Еще выше. Летательные звезды подобрал. Зачем-то. Че, пойдем? Ща-ща-ща, погоди. Я снизу все обыскиваю, вдруг чуть-чуть интересного. Ты же мне говоришь, что я вечно ничего не беру. Mm-hmm. Ничего не нахожу. Тем более, что нам вниз, кстати. Вниз, а не вверх? Нет. Так, я думаю, минут через... 5. Да, мы закончим. Скажем, угу. А потом мне нужно будет минимум отойти минут там, на сколько-то, поэтому... А спать, наверное, это самое. Спать охота. Да ладно тебе. Да я тебе говорю. Завтра пятница, к тому же завтра опять мне тренажерку. Завтра еще позаписываем. Ну так то же самое все, но толку. О, ночь. Дождик, дождик, дождик. Короче, я стал абсолютно косым. Короче, сейчас тут интересно мне, какие здесь будут бегуны. Да бегуны-то, наверное, такие же, а вот... По поводу остальных... Наступает ночь, а до этого что было? Ну, видимо, еще не наступило. Катанама! Сигареты! Так, бежим к миссии, доходим до миссии, слушаем диалог и выходим. Блин, чуть не упал. Так, опять там, походу, эта зона. С Райсом. А, похилься на всякий случай. Бахилься? Бахилься. А, так у меня хилок нету. Дес, прикрой, пожалуйста. Я далеко от тебя. Ну, вернись. Или давай я к тебе подойду. Надо как-то где-то спрятаться, короче, и хилок наделать. Смотри, голубая башня. Нормально, красиво. Так, голубая, я фонарик. Голубая башня. Голубая. Если что, просто тупо нажмешь escape, да и все, если мало ли. У меня-то 20 хилок, я как бы всегда их периодически делаю. А я давненько не делал. Сейчас я сделаю. Угу. Штук 10. К нам подбираются охотники. Ну, если что, escape нажимай и все. Ха-ха-ха.
Только не говори, что он прямо у нас тут. Не нравится мне твой смех. Не смейся. Но тебе определенно это понравится. На, нормально вообще. Что происходит? Где Хилка? Уматывай просто оттуда. Да ладно. Какой ты молодец, прям вообще. Кто? Ты. В смысле? Прямо. Они в меня плюются, что ты хочешь, чтобы я сделал? Ну зачем ты его так близко-то ко мне подпустил? Так, а ну пошли! Тихо-тихо-тихо-тихо, я успею. А, черт! Я хотел тебя успеть поднять. Ну, молодец. Ну, кстати, я ракеты почти сделал. Ну, в том плане, что я почти взял их в руки. Ты восстановился, может, я успею тебя поднять? Не, я восстановился. Нам все равно бежать в ту сторону, так что... Так, да, я еще тоже ракетное делаю. У меня ракет 100 штук. И я там нашел еще одну зону, кстати. Чуть дальше. Зону какую? Ту самую зону или ну, зону... вот такую же, как мы только что зачистили. А. И нам, походу, туда. Сейф-зону. Нет, зону, в смысле, зону. А, зону Райса, так скажем. Ну, походу, да. Ну, будем называть это так. Зона Райс. Ладно. Ай, я упал. Кошка что-то не сработала. Бывает. Поднимешь, нет? Ты чё, прикалываешься? Ну, ай, меня стреляют, блин. Чё, и в тебя стреляют? Да, они ж плюются, твари. А, ну, плюются. Я думал, стреляют, думал, там люди. Или думал, зомби стрелять научились. Новый вид. За что я держусь, скажите мне, пожалуйста. За надежду. За веру, любовь, да? Ну... Так, тварь, я готов тебя встретить. На, бежим. Бежи отсюда, бежи. На, бежим. Бежи, тварь, бежи. На, бежим. На, бежи отсюда, тварь. Ох, как у тебя тут интересно. На. Тварюга, ты стрелять зря начал. Так, нам сюда, но как нам попасть внутрь? Да хрен тебе. Так же, наверное. Ну да, где-то чуть пониже. Мне похилиться надо. Периодически то ты, то я кидаем под себя. Mm. Я там этот, что ли? Просто заманали его. Так, мне кажется, что нам куда-то... Что-то они на нас прям бросаются и бросаются. Так, давай... Стой, стой на месте, не двигайся. Не пались им. Пусть они отстанут. Можно выстрелить. Им я спалился, черт. Так, а я заодно попробую нашего друга убить. Бегуна, то бишь. Если найду его. Где он там? Блин, не, он далеко. Так. Попадать, походу, снизу, друже. Слышь? Угу. Так что давай вниз. Погоня отстала, отлично. И вот где-то... Где-то вот тут есть вход. Ближе они, конечно, его сделать не могли.
Где вход? Где вход? Где вход? Там, в конце сетки. О, блин. А, все, увидел. Давай, нажимай би, 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 би. Да у меня все нормально. Да просто би нажми, чтобы переместиться. О, там была это самое, слышь, зона с этим, с бегуном. Я знаю, я как бы уже про него говорил тебе, ты меня даже не слышал. Наверное, был занят чем-то. Да, наверное. Кстати, ты катану чинишь? Да. А что? Да ничего. Ну, логично, что ей починка нужна, как бы, да? Не, мне просто интересно, может, она рубит без починки нормально? Не, я ее чиню. Так, и чё? Нам и, наверх. И нам как-то да. Вот, например, вот так. Кошка-то не работает, лол. По идее. Почему? А не, работает. Мы же еще не захватили. Так, вот оно, окно. Где? Окно. Так, открывай ящик, я пока проверю. Убейте всех солдат. О боже. Она написала здесь RCR, она на нас сильно злится. Что написала? RCR, она на нас сильно злится. Ну или это Райс написал. Стоп, а куда они все делись? И что, полно солдат Райса. Три штуки я видел на карте. Все, спускаемся вниз. А куда спускаемся вниз-то? Нам поверху надо. А, нам не по... О, ящик. Открывай пока. Тут только что были солдаты Райса. Причем шутка юмора. На самом конце взломал. Сломалась. Ты взломал? Да почти, на самом конце сломалась отмычка. Все. Смотрю, что они там есть интересного. Кирка. Ничего там интересного нету. Так, ладно. Солдаты Райса куда-то пропали. Я не знаю куда, мы ничего не юзали, ничего не делали. Да, срать на них. Я нашим просто... легче. Хорош, чувак. Так. Так. Тебя конфетка. Так, я, кажись, нашел, куда нам надо. Жду потихоньку тебя. Так. Вонючие лабиринты. Кстати, винтовка, кстати, странно как-то стреляет местами. Ну окей. Я так, я понимаю, я вовремя, да? Не, ну в принципе я бы справился. Ты одиночками стреляешь? Угу. Ну я с полицейской все еще бегаю. Чувак, не спеши. Воу-воу-воу-воу. Говорю, не спеши. Зачищаем тихо и аккуратно. Ну тихо у нас не получится. Ну уже, да. Прям как в тире. Ну так. Фиолетовый ящик. Где? Тут. Тысячу. Точнее, 10 штук нам дали за что? А, за зачистку. За зачистку. Помогите Давуду. Давуд. Это придурок с ребенком, походу. Так, все, я нашел. Давай, уже почти. 35 минут, давай. Yes. И та-дам! Говно. И опять катана. Опять синяя. О, тут это, набор часы. Где? А, ну все равно. А вдруг у тебя есть? Ня. Так, стоп. Помогите Давуду. А, ну все правильно. Ну а мы это задание такое, зачистить вышку было. Угу. За что нам дали 10 штук? Сбрасываем, нет?
Да, я думаю, прямо вот здесь вот в лифте сбрасывается. А, нет, стой. Я скажу всем спасибо. Голос какой-то бабский. Не, знаешь, такой, я скажу всем спасибо. Какой молодец. Да-да-да. Нам надо говорить спасибо. Давай подождем до утра, получим опыт и на этом заканчиваем.